вот наконец-то я достиг самой крайней точки Южного Мола, но она крайняя, собственно говоря, по бетону, да, все остальное это уже, наверное, искусственные такие набросы, да, эти пеленые, или булыжники, как называется, уже интересно другой формы, да, Г-образный, футуристического такого типа. Вот сейчас я немножечко засниму, вот, что здесь такого есть примечательного. Ну, вот эти блоки, да, вот видно, 25-12-06 года, 25 декабря, да, в Рождество католическое, 2006 года, сейчас 2001, слушай, ну, 5 лет назад, можно сказать. Вот эти вот блоки, они такие вот интересные, такие футуристы, а тут такие вот здоровые, не знаю, на чем их перевозили, вот, трудно даже представить, на чем можно такой здоровенный блок перевезти, это же не меньше, чем какие-то вот блоки для строительства египетских пирамид или там города в Ливане Баальбек, по-моему, называется, или древние строения в Южной Америке инков. Так, здесь вот А27. Ну, там, где я начинал идти, там был А9, вроде бы как, возле порта. Так, вот тут то же самое. Старые нагромождения и новые нагромождения. И даже мне кажется, что, может быть, это и немцы все такое накидали. Вот, а не наши. Потому что я что-то не уверен, что наши могут такие штуки возить. Если что, так простите меня, наши инженеры, конструкторы, но даже этот самый цемент, или как это называется, состав, что ли, и форма, и цвет, очень похожи на немецкий. Может, я ошибаюсь. Все-таки я не строитель, но тем не менее, вот даже там какая-то арматура видна внутри. Вот там вот, собственно говоря, Южный Мол. Значит, вот здесь такой зеленый знак зеленого цвета. Вот он горит, как входные, как входной в темное время суток. А вот там вот, сейчас мы подойдем, там вот Северный Мол. В прошлом году, в сентябре месяце я на нем был. Вот там какая-то даже компания, по-моему, сейчас сидит. Вот там тоже знак есть, он видимо такой же, как этот, инженерном плане конструктивно, только красного цвета. Это вот красный цвет соответствует левой стороне, то есть, наверное, для захода кораблей в гавань это предназначено прежде всего. С левой стороны заходишь, знаешь, да. А здесь зеленый цвет, соответственно, и цвет их огней должен быть зеленым и красным для ориентировки кораблей и судов, заходящих в Балтийск. Вот. Где какой борт. Ну, я сюда залезать не рискну. Во-первых, так сказать, это государственный знак. Не знаю, как говорят, что мне за это будет. Вот, это раз. А даже если бы ничего не было, я не полез бы, потому что тут, ну, высота, я такой высоты, наверное, не очень понравится, скорее всего. Хотя Бог его знает, может действительно залезть. Не, голова закружится. Вот такие фобии мелкие. Ай-яй-яй-яй. Прямо даже наверх посмотрел, уже стало мне не по себе. Вот. На той стороне, значит, сейчас заснимем. Вон там, там, далеко. Там виден мыс Таран. Ну, не знаю, как здесь на камере, лично я его вижу. Вот он там, вот там, где корабль сейчас. Так. Где корабль-то этот? Где судно, которое вышло недавно. Вот. И там вот типа таких островочков. Это и есть мыс Таран, такой выжирающий. Янтарный поселок там. Вот, Северный Мол. Собственно говоря, с людьми, которые, да, оттуда уходят. Уточки какие-то летят. Вот, с резкостью напряженно. Сразу. Вот. И он, естественно, находится в более западно. На немножечко, но вроде бы как бы западнее все-таки, нежели Северный
мол. Поэтому я, скажу, нахожусь на более западной точке. А вот там впереди что-то вроде пошло. То есть там уже какой-то корабль идет. А ну-ка. Да. Что-то скоро, может быть, зайдет в Балтийск. Вот. Такие здесь для меня первобытные места. То есть я тут первый раз, поэтому я тут для меня и первобытно. Вообще места, видимо, освоенные давным-давно еще немцами. Вот, а нашими закрепленные. Вот так вот. Вот он туда вперед. Скоро буду возвращаться, потому что меньше чем через 2 часа уходит мой паром.